Всем привет и добро пожаловать на новый ролик по игре Evil Nun, или Злая Монахиня, или Монашка-какашка, как я ее называю, после того, как посмотрел мультик на канале Brick Fantasy. Ладно, переходим к делу. Вышло очередное обновление, на этот раз большое, не такое, как в прошлый раз. Вот, что там нового? Был написано «Последний кусок маски», «Новая глава Тайна кладбища», «Новое оружие факел», «Тушите огонь с помощью огнетушителя», «Новый эффект на Граале», «Новые действия доброй монахини» и «Неограниченный динамит в обмен на короткие объявления». Ну и написано еще сюрпризы. Вот сейчас посмотрим, что это за сюрпризы такие. Ну и, разумеется, там еще куча таких несущественных нововведений, вроде новых языков. Написано еще, можете изменить размер джойстика, но это... По-моему, не слишком-то существенное нововведение, по крайней мере для меня. Так, режим призрак у меня уже стоит. Реклама показываться не будет, я интернет отрубил. Ну, сейчас посмотрим. То есть огнетушителем можно погасить огонь. Должен покинуть эту школу. Хотя некоторые люди, я видел, например, летсплейщика. Опа! А это что, жвачный пистолет? Взрывная кукла? Откуда они тут появились? Раньше же этот ящик был пустой. Ха, а чё, прикольно. Вот что за ящик с инструментами-то. Я же их уже делал, поэтому они тут появились. Опа, вот и огнетушитель. Так, чё я говорил-то? А, вот, один летсплейщик, например, Роман Флоки, он тут скрывает вот эти вот все кнопки и делает интерфейс прозрачным. Вот, то есть ничего не видно. О, монашка пришла. Так, стоять, у меня тут появилась идейка. Оу, блин. Так, ну-ка, попробуем на ней использовать огнетушитель. Чё, не действует? Не работает почему-то. Так, стоять, а? Как назад-то вернусь? Где там пауза? Так, кажется, вот тут где-то. О, во, сработало. Так, верну-ка я назад кнопки. Только прозрачные их сделаю. Вот такие. Да или они и раньше были такими? Ну ладно. Так, все, я понял. Огнетушитель на монашку не действует. Да, и вон тут кнопка выстрелить появилась. А может проверить на той прачке? Надо только сначала спуститься еще. Так. Ладно, выбрасываем его пока. Ой, монашка сразу приперлась. Так, дышные ящики. Что тут у нас? А, код от шкафчика? Нет, мне он больше не нужен. Тот кусок маски я уже собрал. Так. А тут у нас что? Так, вот огонь этот. Огонь плохой. Опа, факел. Так, а зажечь его я могу. Ну-ка, бросить. О, я его зажег. Так, там написано «Загасите огонь с помощью огнетушителя». Может, вот этот огонь как раз потушить можно. Так, ну и что мне с этим факелом делать? А, им вообще все сжигать можно? Ну-ка попробуем картину сжечь. Эй, она не хочет сжигаться. А если вот так? О, горит. Смотрите-ка. Я сжег картину. Ой, пожар. А, нет. Показалось. Так, а двери сжигать можно? Смотрите-ка, можно. Двери тоже можно сжигать.
А, вот теперь-то гораздо легче будет ходить. Какая-нибудь перезакрытая, а мы ее сожжем. Так. А ну-ка давайте пожар устроим. Так, давайте вот эту дверь сожжем. Стоять, она что, не горит? Опа. Зато вокруг нее все сгорело. Блин, не все двери, видать, горят. Зато вот эти вот горят на ура. Вон, сгорело. О! Жалюзи сгорели. Они же металлические, как? Они сгорели. Опа, факел погас. Видимо, он горит не вечно. Ну ничего, сейчас мы его еще раз подожжем. Так. О, у меня есть идея. Давайте попробуем монашку сжечь. Проверим, действует ли на нее факел. Тем более она тут где-то рядом. О, вот она. Ой, что это было? Что это сейчас было? Я что, сгорел? Так, не понял. Подождите. Или я зажег монашку от того, что я с ней горящий столкнулся, я умер. Ничего не понимаю. Давайте-ка попробуем повторить эксперимент. Где я его тут уронил? Мой факел. Тут ведь где-то. Да, вот он еще горит. Так, вот монашка. Да не беги ты так шибко. Нет, что-то болтает тут. Или она меня просто закинула куда-то в пожар, поэтому я сгорел. Нет. Значит, она меня все-таки в огонь туда закинула, и я сгорел. Потому что на нее факел тоже не действует. Там же написано оружие. А че она не сгорает? О! Я ее зажег! Как завещала, как рванула! Ран ту-ду-ду-ду. Вот это прикол. Прикольно. Стоять, а эти двери сгоревшие уже что, нельзя открывать? Да, это жесть. Так. А ну, ладно, все, я в общем понял. Монашку это действует. Так, а если я загашу? Дверь нормально станет? О, смотри-ка, стало. То есть я могу по своему этому желанию что-то сжигать или наоборот делать нормальным. А чё, прикольно. Так, давайте-ка вот это вот тоже покушаем. Мне нужно, чтобы это было нормальным. Так, ладно. Но на кладбище я вряд ли попаду, там же нужна глава. Это потом. Так, опа. Дверь тут. Но тут эта дверь открывается только тогда, когда установится правильное время. А как его устанавливать-то? Дверца какая-то. О! А, вот как. Ну, я не буду пытаться установить правильное время, потому что я его все равно не знаю. Видимо, оно тут где-то указано. Так. В туалете нет ничего, разве что перестановка. Стоять, нет. Кое-что все-таки есть. Ключик. Ну, мне-то он не нужен. Да, я еще не пробовал этот факел испытать на той монашке, которая прачка. Ну-ка посмотрим, как она отреагирует. Может, есть... Может, это и есть новое действие, про которое было написано. Так. Давай, иди. Нет, все-таки здорово, монашка это завещала, когда я ее поджег. Так ей надо. Все, будет знать теперь, как меня кувалдой бить.
раз я не буду, наверное, искать Грааля и кусок маски, меня сегодня в этот раз интересует обновление. А вот кусок маски я уже буду в следующем ролике искать. Карточка с номером телефона. Возьму ее потом. Да, кстати, я тут видел, как Роман Флоки сумел спрыгнуть и при этом не попасть вот на огонь. Да, я так... Так, интересно, а вот этот огонь огнетушителем-то загасить можно? Надо будет проверить, но не сейчас. Так, там был кабель, больше тут ничего нет. Башка козла, которая нам не нужна, собственно. Так, ну, ладно, берем тогда кабель. Несем его туда, куда нужно. Так, далее кнопка. Значит, все-таки монашку можно поджечь, но я был прав, пока она горит, с ней нельзя контактировать, иначе помрешь. Так, ну ладно. А этого тут нет случайно, нигде поблизости лома. Так, что тут у нас? Ой, это что? Подвижной ящик. С каким-то кодовым замком. Я не знаю вообще, что это за замок такой. Баночка с жвачкой. Не, не нужна она мне. Нет, замок я не буду пока открывать. Я не знаю кода. Это, скорее всего, все в той главе про кладбище. Но она у меня еще будет не скоро. Я еще не все ведь главы открыл. Про кладбище это ведь последнее. Так что тут написано? Систер Клара. То есть сестра Клары. Не знаю зачем. Так. Тут ничего кроме книг нету. Нет, а лом-то тут есть. Ну, даже если я его и не найду, через лабиринт пролезу. Благо, хоть вниз можно не только через катакомбы попасть. У нас что? Тут ни хрена. Здесь на спортивной площадке. О, лом. Вовремя. Так, а ну на кладбище посмотрим. Ого, как оно выросло. Тут раньше всего одна могилка была. И часовня там еще какая-то. Но оно все равно закрыто, я попасть в него не могу. Точнее, на него. Так. Тут у нас нет ничего. Я думаю, вообще Грааля-то искать бессмысленно. Он ведь мне нигде не попался. Тем более. Пока-то. Меня он пока, как я уже говорил, не интересует. Выбрасываем. Идем за факелом. Нашка идет. На шум. Так, вот он мой факел. Открываем дверь. Идем теперь. Ой, точно, я ж спалил эту дверь. Ладно, где огнетушитель? Вот он. Но я так понимаю, в нем тоже количество вот этой вот пены ограничено. Отлично. Давай. Так. Факел я опять бросил здесь.
Пойдемте его поджигать. Давайте-ка монашку еще раз подожжем. Ну-ну-ну-ну. Давай. Зажгись. Гори, монашка. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you. О! Подожглась! Опа, а вот он Грааль. Теперь сияет так. Пора. И больше нигде не задерживаемся. Так, теперь сигаем в канализацию. Самое главное, чтобы он тут не потух. Воды-то. Нет, слава богу, не потух. Эй. А чё он не открывается, люхта? Не понял. Что за шняга? Почему люк не открывается? А, вот беда. Теперь придется через лабиринт лезть. Это какая-то ошибка. Не, ну это просто баг. Просто злобный, мерзкий баг. Ну ладно. Сейчас надо только факел по новой поджечь. Через лабиринт. Другого выхода нету. Стоять, я, кажется, придумал. Мне кажется, если вот так вот дверь сжечь, то можно монашку замуровать. Или она ее все равно откроет. Так, стоять. А, ну да. Лабиринт там есть. Так, он находится где-то здесь. Ага, вот он. Открываем крышку и ползем. Так, ладно. И куда нам идти? Чтобы попасть к месту назначения.
да? Или нет, вряд ли. Нет, мы наверх залезли. Блин, сейчас факел погаснет опять. А если попробовать без факела? Нет. Стоять. Ржавый. Так, стоять. Точно. Ну-ка, сейчас посмотрим. Нет, баг не работает. Динамит, кстати, факелом интересно поджечь можно. Или в этот, например, закинуть. Эй, эй, монашка. Попробуй. Ладно, давай, открывай нам дверь. Так легче попасть будет. Не знаю, как попасть внутрь. Так, а если пытаться как-то... Так, пришла. Давай, открывай дверь. О, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Так, живо зажигаем факел. Бежим назад. То она дверь закроет. Так, бежим. Блин, все-таки закрыла. Как не пройти-то? Знаю как. Люк забагался. Ладно. Видимо, кроме лабиринта у меня ничего не остается. Так, сюда я пошел. Так, а вот спалить я это как-нибудь могу? Если спуститься сюда, то пройти вот сюда. О, кажется, ты есть. Да! Ура! А... Вот ты... Нет, в курятник вышел. Зачем мне курятник? Давайте сейчас по новой начнем. Ну-ка. Назад в меню. Старт. На этот раз не будем сразу с факелом туда лезть, а сначала откроем люк. Мне
кажется, это из-за того, что мы с факелом туда полезли. Сразу здесь. Так. Кабель сюда. Далее нажимаем кнопку. Потом берем лом и идем туда. Так, доску оттираем. А теперь в канализацию. Так, ну все. О, открылся. Все. Ну а теперь за факелом. Все. Я с факелом. Эй, нет, не туда. Туда надо. Так. Ну все. О. Прачка тут. Так, ну. О! Ее я тоже поджег. Так стоять, она теперь. Нет, она теперь не в машину села, она теперь просто побежала. Назад. Все. Ну да, она меня тут боится, даже если я просто так хожу. Машину. Эй, нет, нет, нет. Блин, я хотел уехать. Короче, все понятно. О, и это приперлось. Выкидываем. Давайте возьмем огнетушитель. Сейчас посмотрим, получится ли у нас тот огонь загасить. Так, во-первых, дверь. Рабочий. Этот. Вот этот рабочий. Ну-ка. Что, нет? Нет, не работает. Да, с этим огнем такая штука не прокатит. Видимо, он тут вечный, так сказать. Потушим. Ну ладно. Так, а он... Нет, не взорвался. Так, ну ладно, больше, видимо, ничего нету особенного. Ладно, на этом все. В следующий раз будем... уже искать новый кусок маски.